Главная цель любой профессиональной образовательной организации – подготовка компетентного, конкурентоспособного специалиста и трудоустройство его по полученной специальности. На этапе выпуска специалистов среднего звена возникает проблема, которую испытывают практически все образовательные организации среднего профессионального образования. Это реальное трудоустройство выпускников. Решение обозначенной проблемы Суражский промышленно-аграрный техникум реализует через систему дуального обучения и систему всестороннего партнерства. На протяжении многих лет наш техникум готовит кадры для ведущего предприятия Брянской области – фабрики технического картона АО «Пролетарий». «Пролетарий» более 120 лет успешно работает на рынке производителей и поставщиков технического картона, гофрокартона и гофротары. Предприятие является одним из старейших производителей гофрокартона и технического картона в России. За более чем вековую историю накоплен богатейший опыт в сфере производства технических картонов, внедрено множество инновационных решений, направленных на улучшение качества готовой продукции. Взаимодействие АО «Пролетарий» и Суражского промышленно-аграрного техникума осуществляется на основе программ сотрудничества, которые согласовываются ежегодно в начале учебного года. Обучающиеся техникума по специальности производства изделий из бумаги и картона со второго курса непосредственно вникают в процесс производства. Все виды практик по данной специальности проходят в цехах фабрики. Ребята участвуют в реальном процессе производства картона на всех его стадиях под руководством опытных наставников. Желающие принимаются на работу на АО «Пролетарий» и получают заработную плату за отработанное в период производственной практики время. Помимо этого, АО «Пролетарий» оказывает существенную поддержку техникуму в оснащении учебных кабинетов. Все студенты по специальности производства изделий из бумаги и картона получают дополнительную стипендию от предприятия. Очевидно, что подготовить современного специалиста в отрыве от реальных условий профессиональной деятельности невозможно, поэтому так необходима интеграция с профессиональной средой, социально-профессиональное партнерство. Такое партнерство нашего техникума с АО «Пролетарий» дает возможность еще на ранних стадиях профессиональной подготовки оценить потенциальные кадровые ресурсы и присмотреть предприятию для себя выпускника. Ведь при приеме на работу специалистов или рабочих руководство фабрики интересует не только формат знаний выпускников, но и в первую очередь их готовность к осуществлению профессиональной деятельности. Любая работа оценивается по конечному результату. Результат совместной работы коллективов Суражского промышленно-аграрного техникума и АО «Пролетарий» – это выпускники, их профессиональная подготовка и их востребованность на современном рынке труда.